Так, всем привет, ребята. Продолжаем играть с португальцем в рубрике «Шахматные блицушки». Рубрики ужасные лаги. Я предлагаю переименовать. Ты что думаешь? Я не думаю, я смотрю, как люди играют в блицушки. У тебя нет жилки маркетинговой. Да? Вот кто будет смотреть какие-то унылые блицушки или как их там ужасные лаги, это прям совсем другое дело. Ну а три. Самое главное, мы не идем против правды. Это на самом деле ужасные лаги. А три. Да на слон висит, какое три? Ну туда побей много раз и выиграй пешку. Да, только там как-то поплохеет потом. Может лучше пешку отдать, а не выиграть. Ну-ка, продемонстрируй. Так. Ну вообще отдавать нам не стоило, да? Ну, мы же не в пешке играем. Вот чей сейчас ход, а он пошел. А он пошел. Не стал брать нашу пешку. Испугался, видимо, чего-то. Поэтому пойдем ферзь g4. С угрозой слона 6. Да, вот не знаю, на конь d3 слон h6 пройдет сразу. Наверное, пройдет. А, слон h6, ферзь f6, слон g5, ферзь g6. Вот я висит, все висит. А, слон h6, ферзь g6. Не знаю, короче. На конь d3, видимо, ладья d1 придется играть. Что не так уж и плохо. Кирилл? Да, я здесь. То есть он думает, да? Я внимал. Ну, конь d3 исполнено. Ты сыграно, да, ладья d1 пойдем. Взяли, взяли. У него два слона, но у нас фигуры достаточно неплохие. Ну, нам нужно как-то слона на c2 поставить. Но это не проблема. Беда в том, что слон на c2, он сам по себе ничего не обеспечивает. Как там какие-то постоянно матовые угрозы. И он начинает цеплять наш ферзь в фланг. А мы когда начнем цеплять его короля? Так. Ладно. Держи. Да, это я видел. Так. Король h8 есть, ой, король h1 есть идея всегда у белых. Против мастера Фиде бьемся. Не стал он связываться и правильно сделал. Теперь у нас все пешки какие-то унылые. Да? Тухляшка это называется. Да. Тухляшка. Вернули. Так, ну все нормально на самом деле. Да. Тухляшка, но у нас неплохие фигуры. Пешки ужасно, фигуры неплохие. Побил. Он сейчас, наверное, будет пытаться... Ну, может, ладья c8 там завести в вариантах каких-то. Ладья d1. И зачем? Он уберет туда ферзь просто. Мне кажется, ладья c8 лучше сыграть. Ну, сыграй. Так, по времени проседаем опять чуть-чуть, но не страшно. Шах. Закончилась партия. Почему? А, не закончилось все. Что, ты думаешь, мы проиграли уже? Нет, мы думали, я думал, то, что мы сейчас выиграем очень быстро. Тут мы и выиграем, но... Слушай, по-хорошему пора сдаться. Да ешь наш шесть. Тут надо взять, да, и потом поменять ферзей. В лично радостном стиле. Вот, пожалуйста. Да. У нас ужаснейшие пешки, но все-таки разноцвет с тремя лишними должен быть выигран как-то. С четырьмя, но не суть. Да, сейчас надо пешку на h3 вот поставить, чтобы она не потерялась. Потом короля туда повести в обход. На f2 можно отдать. Потому что она абсолютно бесполезна. Все, повели. Но все еще может измениться, ты про Да, это знаешь. я знаю. Ну все, F4 накидывай. Ни одной пешки не отдадим. Мы жадные шахматисты. Ну все, в общем-то, пешки пошли. Слон ушел. Сдался. Португалец. Да, мастер Фиде какой-то. Ну хотя, в общем-то, обычно мастера Фиде здесь 2200 имеет. Тут разница на 100 пунктов рейтинг ниже, чем Фидешный. Ну, в среднем. Да. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.